Андрей Михайлович Анинков. Андрей Михайлович, пожалуйста, несколько слов о сегодняшней игре. Ну, в целом, очень нервозная игра получилась. Рассчитывали мы, конечно, содержание другого футбола увидеть. Ну, так мы сейчас переговорили в раздевалку, сделаем скидку на первую профессиональную игру нашего клуба. В дальнейшем, я думаю, справимся. С такой игрой, конечно, будет тяжело. Щойно ваш колега Олег Гудков заявив, що перед командою стоїть задача вийти в першу лігу. Ну, якщо по сьогоднішній грі, то вам вже ще вище задачі треба ставити. Якщо це запитання, стоїть, яка задача стоїть перед командою? По такій грі футбол взагалі не заявляє, як ми сьогодні зіграли. Ми теж ставимося, звісно, високі задачі, але в першу чергу ми определились так, кожну гру на побіду, а в кінці основу по місту можна так сказати. Команда уже укомплектована? Нет. У нас есть еще время до заявок, будем смотреть. Тут получается, что ребята, те, которые участвовали на первенстве города, костяк остался, можно сказать, получили тот шанс свой. За счет того, что мы терпели, ждали, когда мы перейдем в профессиональную команду, заявимся, они получили этот свой шанс. Как они будут его использовать, повторяюсь. По этой игре пока тяжело. Что-то сказать, что мы определились уже с составом. З костяком. Чи здивував вас Верес? Якщо так, то чим здивував? Ну, звісно, так як вони заявлялись в останній момент і за 2-3 дні, тільки, можна сказати, сформували команду, то дуже неплохо виглядає команда без тренувань, без підготовки. Я думаю, що в дальнейшем буде зовсім інша команда Верес. В чемпіонаті, коли ми з ними будемо зустрічатися, і сьогоднішня кубкова команда буде відрічатися. Андрей Михайлович, почему не вышел президент? Мы сразу договорились, будет сложный счет, скользкий. Не обиделся? Ну нет, почему? С пониманием он к этому относится. Еще есть вопросы? Спасибо. Спасибо.